Хотел всем сказать пацанам спасибо, Бийск, привет. Поддержали всем, всем привет, передаю спасибо. Вот. Будет сейчас серия видео о последствиях последних дней подготовки к соревнованиям. Все расскажем, что пьем, что принимаем, как готовимся. Сегодня у нас легкая тренировка ног, бицепс, квадрицепс, плечи маленько подключим. Вот. Иман, Илюха, там Андрюха, всем привет. Приятно было, что приехали. Вот. Все, погнали. Как самочувствие? Самочувствие уже хуже, чем до Алекса. Сила на нолях уже. Мотивация. На одной мотивации только держимся. Выпады уже сделали, силы уже все закончились. Андрюха, держись. Последняя тренировка ног. Дальше легче будет. Наверное. Надейтесь. Вот, вес стоит сколько, я не знаю. Толь, скажи, сколько стоит. Вес стоит 93 килограмма. 15-20 повторений делают на ход 4 подхода. Вот. Сейчас добьем и бицепс начнем. Перед тренировкой принял 2 капсулы метилдрена и 3 таблетки под язык для тренировочного комплекса на основе азота. Бодрит? Вообще не помогает. Чувствую, что он работает, но сил не добавляет. Чувствую, что подключается, но жира мало становится. Погнали. Сначала разогреем, поработаем на прямых ногах, штангу потянем. Уже 3 рабочих было, сейчас заключительный подход. И до соревнований вообще заключительное на ноги. Почему выключаем ноги? Тренировку ног за неделю соревнований, потому что
гликоген в мышцах, сложнее всего выгнать. А нам его не надо, чтобы он был в ногах. Нам надо, чтобы ноги были сухие, глубокие. Поэтому заранее включаем тренировки ног. В следующей неделе соревные круговые тренировки будут. Вот. Работаем также в силовом стиле, чтобы по максимуму мясо отставить. Не будем работать большими весами, мясо сгорит все. Это Олег, позивка классик сбоку за боковой пузырь, да? Жопу напрягайте, вы что? Поворот один боком. Вверх подбородок подними. Двойной бицепс спереди. Швечаешь. Сука! Кто хрустит? Бицепс сбоку. Спина, двойной бицепс сзади. Через верх, Андрюх. Жопу включайте. Все, что я чаще сзади. Только быстрее в позу втыкайся. Бока дави. 30 сбоку. Пресс бедра.